Avast обладает встроенной системой обновления, как самой программы, так и антивирусных баз данных. Каждые 4 часа он сам загружает новые данные в автоматическом режиме, при условии, что компьютер подключен к интернет. Это очень хороший показатель регулярности, ведь некоторые антивирусы загружают обновления только один раз в день. Тем не менее, если вы намерены сохранить какой-то файл на компьютере и боитесь, что он может содержать вредоносные элементы, которые еще не внесены в базы, перестрахуйтесь, скачав обновление вручную. Щелкните правой клавишей мыши по значку программы Avast в области панели уведомлений. Как правило, он находится в правом нижнем углу. В открывшемся контекстном меню выберите пункт «Обновить» и модуль сканирования и определения вируса. Чтобы обновить саму программу, следует вызвать контекстное меню, опять-таки щелкнув правой кнопкой мышки по значку, и выбрать пункт «Обновить» и «Программу». Будьте готовы к тому, что после загрузки файлов антивирус может потребовать перезагрузить компьютер. Но как быть, если компьютер не подключен к сети? Что ж, разработчики предусмотрели и такой вариант. Зайдите с другого ПК, смартфона или планшета на официальный сайт Avast по адресу www.avast.ru. Далее в раздел «Поддержка» и «Обновление». Нажмите кнопку «Скачать» напротив установленной версии. Загруженный файл с расширением .exe сохраните на карту памяти или флешку. После этого запустите его на своем компьютере. Тем самым вы обновите антивирусные базы данных. Также рекомендуем убедиться в том, что вы используете новый Avast. Если же у вас устаревшая версия программы, лучше удалить ее и установить самую последнюю. Таким образом, вы обеспечите своему компьютеру надежную защиту от вирусов и другого вредоносного ПО.